Всем здрасте! Рад приветствовать на другой жизни. Наступил новый день, новые поиски, новый лес, точнее лес старый. Дождались мы наконец-то, когда сошел снег окончательно с той чудесной зимней дороги, где мы под Новый год и после Нового года 2 января поднимали чешую. Ссылочка будет на видео в углу экрана. Вот. Шурфить мы сегодня это место в принципе не планировали, потому что времени у нас сегодня немного. Да и завтра опять немного. Опять наездами. На майский, дай бог, получится такой какой-нибудь длинный сделать вояж. Сегодня задача прогуляться по дороге. В прошлый раз, когда мы по ней ходили два раза, на ней уже лежал плотный снег. Так, сегодня наша задача прогуляться по этой дороге. Когда мы последний раз здесь были, здесь лежал снег. Снега было, кстати говоря, достаточно много. То есть колея была засыпана полностью, соответственно, прибором мы не цепляли практически ничего. Но с краю тогда вот умудрились чешую зацепить. Короче говоря, эта дорога идет вглубь, туда, в лес, километров, наверное, на 5, на 6. Естественно, мы сегодня все не зацепим. Еще, кстати, грозы обещали. С грозы будут. Будем прятаться. Вот. Ну, пройдем сколько сможем, там посмотрим. И завтра, если время останется, попробуем слазить во враг, который тоже, кстати, был в одном из предыдущих видео. Но это будет, наверное, скорее всего, другая история. А может быть и нет. Так, здесь мы съемку ведем на... О, господи, прибор раздавлю. На телефон. Как я уже и говорил. Уже какой-то хреновый. Хреновый. Угу. Камеры подсдоха. Обе. Обе. Обе в ремонтах. Где-то что-то прочирикивало. Сами понимаете, по этой дороге мы ходили два раза или сколько, да? Но здесь был снег. Что-то у тебя там сверху уже. Что за жбонь? Медная. Ага. Ха, прикольно. Ну, короче, цветная. Цветную берем, пригодится. Короче, будем монтировать из того, что есть пока. Туча. Птицы перед грозой кричат. Приближается. Красота. Сигнальчик. Николашка. Ну, здесь с дороги монеты будут убиты, к сожалению. Как есть. Итак, друзья, следующий сигнал с дороги. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот такая красотень, ух ты. Серебряная. Серебряная, да? 100% серебряная. Что там у нас? Шестиконечная? Да, шестиконечная. Ага. Понятно. Поле, все дела. Ну, уже много раз рассказывали, прикладывали. В роликах. Я вижу, да. Я просто половину снимаю на фотоаппарат, половину на телефон. Но на телефон без стаба, конечно, снимать это проблематично. Да не, я не буду. Ну, попробую сейчас, конечно, программно. Программно назумировать. Да, красивая, офигенная. Вот такой вот замечательный лес. С обочины, с обочины. Не, дорога здесь, видимо, может, она и повторяла. Черт тебя знает.
залезли в кусты вдоль дороги. Вот такая пуговка. Сейчас попробую. Так, подержи, ага. С номером 5. Что за пуговицы такие интересные? Прямо вдоль наката. Такие вот кустики, елочки. Деревья нас приветствуют. Вот. С дороги. Сейчас попробую. На телефон. Нифига не понимаю, что снимаю. Дай-ка. Ну, короче, деньга 1748. Я в неплохом хоть сохране. Мухи, комары, все повылазили. Ха, здорово. Следующий сигнал. Советик, да? Подняться уже не можем. А быстро силы кончаются после зимы. Рамка. 10 копеек, 40 Друзья, день второй. Вчера нас гроза накрыла, вымокли все, уехали. Да и сегодня поливает. Тот самый овражек, про который мы говорили в начале. Вот мы сейчас в него заныкаемся по-быстренькому, пока сильного ливня нет. Блин, как же с телефона хреново снимать, я вам скажу. Ну, что есть. Овраг впереди вон там. Так, ходим, сейчас во враг слазили, тишина. Туда, конечно, еще мусора накидали, паразиты. Ходим вот здесь вдоль обрыва. Клеща уже есть. Вот. Из тех времен. Бубенчик, который бубенчал в свое время. Ну, все равно находка. Вот лично. Все, клещ попер. Вот сейчас дождь идет, один хрен он сидит. Вот сейчас один сидел на сухой этой травине, на уровне моего плеча, чтобы вы понимали. Не, они лапы сейчас не растопливают. Сейчас дождь. Но все равно уже сидит. Так что аккуратней. Тоненький. Ну, тоненький, ну. Да ладно, ну, полазим. Он сохранился, потому что внутри земля набилась. Ну, этот не бубенчит, наверное. Битый. Монет какая-то. Дождик льет. Мы ковыряемся. Не совет? А что интересно? О, опять припустил, хорошо так. Да и хрен с ним. Сколько? Да? Ладно, у меня здесь зума все равно как такового нет. Вот туда вниз сейчас сходимся. Сходим. Сейчас шли здесь по кустам. Как выскочит из-под ног. Вон гнездо ее не видно. До последнего сидела. Ладно, сейчас вернется. Мы отойдем. Перебрались мы, короче говоря, с того берега на этот. Вот. Ну там уже и клещевальня, конечно, такая достаточно. Здесь поменьше. Решили здесь проверить, потому что тоже все травой зарастет. По полям сейчас ходить нет возможности, потому что хлюпы на ногах нарастают такие, что ходить не получится. Ты вот. Да. Покажи, я буду снимать, потому что вот такая красивая пуговица. Типа как вчера, но не как вчера. Вчера ну, нам... во-первых, она 4-4, а да. Не шестерка. Но это классно. Вообще шикарно. Попробуй приблизить. А, фотку прикреплю, в принципе.
Ну, она очень хорошего качества. Качество хорошего. Здесь грунт песчаничек такой. Но не посеребрённый. Не-не-не. Да. Так посеребрённый. Тут вдоль оврага старого. Овраг, кстати, там глубокий достаточно. Здесь мы тоже не ходили, потому что возможности здесь ходить тоже нет. Посмотрите, что сейчас здесь происходит. Это вот сейчас ранняя весна, еще апрель. А трава уже вон. Да, а через 2-3 недели здесь будет джунгли. Спустились до конца оврага к реке. Больше ничего пока нет тут. Монетка еще, говорят, выскочила. А, вон что-то крупное торчит. Вставай. Вот что здесь будет-то? Кателиза? Года. Последнего чекан ты имеешь? 83-й. А, ну понятно. Ну, она просто сама по себе затерка. Бог с ним. 8-ку вижу. В Андрюхину жижу. Эксперименты. Она сама по себе затерка. Ну, как есть. Что, дорогие друзья, подошел к завершению наш опять небольшой забег, скажем так, забег от дождей и гроз. Что, находки вы все опять же видели, где могли мы зашли, посмотрели, к сожалению, нашли мало того, что хотели, но это только начало. Поэтому смотрим канал, подписываемся, всем здоровья и пока.